Эй, я не виноват. Арестуй того, кто сидел за клавиатурой. Эти парни в 13-й камере меня за лоха держат. Опять они, так и знал. Ты же охранник. Не будь ты такой тряпкой. Приструни их. Легче сказать, чем сделать. Они никогда меня не слушаются. Так вломи им покрепче, чтобы слушались. Только ты у нас можешь люлей раздавать. Каждый раз, как прохожу мимо... Чего? Чего? Видели? Испугался, испугался. Перестаньте. Ну ты лошара, Сайтара. 15-й, 11-й, 25-й, 69-й. Хватит уже. Для тебя, господин 15-й. Думал, крутой. Кого ты такой смазливый? Вали, петушок. Ура, опустили вертухая. Нужно уволиться и найти другую. Значит, вот как ты относишься к своей работе. И тебе не стыдно? Но... Если ты с этой работой не справишься, ты нигде долго не протянешь. Не думаю, что где-то есть работа еще тяжелее, чем эта. Для начала, если сделаешь следующее, их активность упадет на 50%. Номер 11. Это который болтун, что ли? Он сходит с ума по женщинам, и его может отвлечь что угодно, с ними связанное. Связанное с женщинами? Дай ему какую-нибудь анкету из журнала для женщин. Чего вы хотите от будущего мужа? Анкету и все? Следующий 69-й. Это тот страшный парень. Он очень любит подраться. А вот пожрать он любит еще больше. Значит, надо просто его покормить? Просто дай ему меню из столовки, и он заткнется. Он что, первоклашка? Номер 25-й. По сравнению с остальными, он еще ничего. С ним легче всего. Легче всего? Что-то мне даже не верится. Просто вруби на телеке аниме. А если еще дашь ему хавчик, он и с места не сдвинется. Он что, из детсада? Ну и, наконец, 15-й. Стоит мне на минутку отвернуться, и он уже пытается сбежать. Побеги — это его основное призвание. Он точно попытается сбежать. Ну и что мне тогда делать? Чемпион по побегу. Но у него есть одна слабость. Какая? Если никто из этих троих не захочет с ним сбежать, его мотивация упадет на 40%. Так что все очень просто. Главное, позаботься об остальных трех, следуя моим советам. А его можешь просто на Сончис отправить. Блин, да я не охранник в тюрьме, а воспиталка в детсаду. Начальница Хьякушики, чего вы добиваетесь? Ну, кто знает, чего я... добиваюсь, Кэта. Того, чтобы ты назвал меня по имени! Ну и как там зэки в 13-й? Ну, благодаря вашим советам я теперь понял, как с ними обходиться. Они сказали мне притащить анкеты с женских журналов, меню на сегодня и завтра, перекусончик также и анимешный журнал. Я сейчас иду за ними. А еще 15-й сказал, что захотел избежать, и мы договорились встретиться в тюремном дворе, чтобы я его поймал. Покидаю. Теперь они надо мной не стебутся. Ё-моё. Они сделали его своей шестеркой. У вас новенький. Входи. Меня зовут Цукумо, заключенный номер 99. Теперь я буду тут с вами, господа. Шиноби! Чё за нога? Какой-то он долбанутый. Вот это круто! Я первый раз настоящего ниндзю вижу! Японские ниндзя и правда существуют! Эх, Япония удивительная страна! Придурки, в наше время таких ниндзя уже нет. Разве что в кино. Хочешь сказать, что я не шиноби? Вау, настоящий кунай! Хватит вести себя, как грёбаные туристы! А сейчас-то что? Я думал, что ты подружился с этими придурками. Но когда я спросил после ужина, нужно ли им что-нибудь... Ну и тряпка. Им было пофиг и на анкеты, и на меню, и на аниме-то вообще на все. Они просто меня прогнали. Какие же они сволочи! Серьезно? Они тебя прогнали? Кто-то идет. Это призрак? А, за это не переживай. Я
как будто один тут сбежать пытаюсь. Значит, победитель ты. Опа, интересненько. Я так и знал, что это произойдет. Каждый день одно и то же. Погодь-ка, Хадзиме, мы втроем вообще-то не сбегали. Точно! Мы здесь просто как судьи! Да, у нас соревнования! Предатели! Если вы уходите из своей камеры без спроса, то это и есть побег! 15-й, мать твою! Решил на пару со своим новым другом сбежать? Совсем уже охерел, а? Это не я. Это все его идея. Ты потерял титул чемпиона по побегам. Что? Похоже, этот надзиратель тебе не по плечу. Если я отсюда сбегу, победа будет за мной. Техника скрытого листа. Боевая техника шипы ниндзя. Вау, настоящий шипы ниндзя. Ёб твою мать! Я их вокруг себя раскидал! Ну ты и дебил! О, чего это ты смотришь? Ну, это... Начальник сказал мне проверить снимки с камер. Но там везде этот новенький косит под Наруто. Так, господа, подъем! Дверь! Конь! Это мой конь Яматомару. Да всем похер! Тебе чего с утра пораньше? В Японии есть традиция убираться перед Новым годом. Так что за дело. Блин, ну чё за фигня? Пусть охранники парашу моют. Прошу простить. Начальница все время на тебя смотрела. Ты хорошо все вымыл? Ну, разумеется. В прошлом году мы не прошли в финал, но в этот раз мы всех натянем. Боже мой, натянем, как некультурно. Я тружусь в поте лица каждый день, чтобы в конце года разочек порвать всем жопку. Даже не верю, что попал к вам в камеру только в этом году. Давненько вы так вчетвером не сидели. Да блин, встречаем Новый год, сидя вместе в тюрячке, как фуфлыжники последние. Устроим новогодний побег? Чё, в натуре? Звучит весело. Погнали. Список представителей для новогоднего турнира. Если пойдут эти кретины, то мне только работы прибавится. Классный, 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 классный! Почиркаемся. Представители камеры 13. Готовы.